друзья и случайные зрители. Меня зовут Макс, и сейчас я вам расскажу про фильм «Марсианин» с Мэттом Дэймоном в главной роли. Режиссер фильма Ридли Скотт снял такие крутые фильмы, как «Чужой», «Гладиатор», «Каннибал», «Прометей» и еще целый шлейф фильмов, будоражащих сознание. Крутой дядька, кто бы спорил, верно? Так и про актера Мэтта Дэймона никто плохого не скажет. Как говорится, вшир по требе не снимается. Он засветился в главной роли в таких фильмах, как «Умница Уилла Хантинг», «11-12-13 друзей Оушена», в фильмах про суперагента Борна и многих других. У него огромный послужной список. И вот эта сладкая парочка, Скотт и Дэймон, слились в экстазе в фильме «Марсианин». История фильма проста, как и все гениальное. Короче, космический пепелац америкосов поразит просторы Вселенной. Астронавты изучают планету Марс, на которой вдруг что-то не запогодилось и началась буря. Америкосы пересрались, бросая все и всех, спаслись бегством. Инженера Марка Уотни оставили, вроде как по ошибке, хотя кто знает. Марк Уотни, которого и играет Мэтт Дэймон, оставшись в гордом одиночестве на Марсе, не спился с горя, а решил развести огород и заняться садоводством. Не, ну а чё, без дела реально спиться можно. И вот он, используя съестные припасы и собственный навоз, вырастил нехилый урожай картошки. Как говорится, а мужики-то не знают. Так бы и жил один на Марсе Марк Уотни. Но душа не на месте, и он давай искать способы. Как бы это на Землю весточку заслать? Искал, искал способы, так и нашел. Там весть получили, и давай долго тупить. А что делать? Ну это же кино про крутых пиндосов. И эти пиндосы решили заслать греф на планету Марс. Но посылка, как и Челленджер, взорвалась еще в верхних слоях атмосферы. Но тут пиндосы подключили братьев по разуму, китайцев. Китайцы быстренько подключились и помогли. Короче, был придуман план, как парня-то на Марсе спасать. А он на Марсе устроил утечку кислорода из своего бункера и все профукал. Весь урожай погубил и остался на голодном пайке. Типа такое дело худо, надо текать побыстрее. И вот тут самое интересное. Марк Уотни на марсоходе неделю едет к космическому кораблю, который его предусмотрительные собратья-америкосы, внимание, заблаговременно доставили на планету Марс и оставили там до следующей миссии. Круто, да? То они не знают, как посылку ему на Марс заслать, а тут целый космический корабль заранее притараканили. И он такой одинокий стоит, и никакие бури ему нипочем. Дальше больше. Вот где фантастика-то начинается. Этот Марк Уотни пневматическим пистолетом разбирает космический корабль, чтобы его облегчить, и снимает верхнюю часть. Ему бы еще напильник, и он бы из этого космического корабля пароход бы сделал и бороздил на нем марсианские пустыни. И вот пока космический корабль разбирается на шурупики, в это время на орбите Марса кружат те ребята, что его бросили, которые спасались бегством с Марса. Их же этот косяк надо реабилитировать. И они, вопреки инструкциям американского хьюстонского ЦУПа, начинают спасательную операцию. А Марк Уотни снял крышу с космического корабля и прикрыл его так парашютиком. Прикиньте, и давай взлетать. Взлетел, а ему навстречу в космическом кресле тёлка такая подкатывает. Подкатывает. Да никак подкатить не может. Поводок-то у него короткий. И тут стало понятно, для чего Марк снял крышу с космического корабля. И он в скафандре через дырку в космическом корабле вылетел в космос. Вот ни за что не догадайтесь, как это он сделал. Он проткнул свой скафандр и напор выходящего воздуха вытолкнул его из американского пепелаца. И Марк прямиком полетел в объятия этой бабы, которая тогда его и бросила на красной планете. Короче, баба реабилитировалась. Доставляет она его такая на космический корабль, а там подельники по этому космическому беспределу его встречают. И знаете, что они ему первое говорят? Ну и воняет же от тебя, дружище. А другая тёлка такая к нему целоваться лезет. Пофиг, что он воняет, и не замечая его, скафандр бьется об его стекло. Так и полетели они на Землю-матушку. А уж на Земле Марк Уотни стал инструктором по выживанию в экстренных ситуациях. Ну вот, весь фильм рассказал. Надеюсь, вы не уснули от моего рассказа. Короче, фильм нормальный, предсказуемо нормальный. Не то чтобы скучный, но интриги совсем нет. Ни инопланетян, даже ни намека на инопланетную жизнь.
Все предсказуемо, а так бы, знаете, тут вдруг чужие такие, ба! С другой стороны хищник, а с другой Прометей! И вот они все стучатся к Марку Уотне в бункер, а он им, в очередь, сукины дети, картошка еще не выросла, я вам не Макдональдс! И продолжает такой погружать картофель в собственный навоз. Вот это интрига, вот это замес! Но ничего такого нету, фильм предсказуемо нормальный. Советую ли я сходить на это кино? Если делать нечего, идите, хуже не будет. Куда уж хуже-то? Вокруг скукота. Что-то нет больше крутых фильмов. Элизиум, в котором этот Мэтт Дэймон снимался, тоже так себе фильмец был. Последняя миссия невыполнима с Томом Кукурузом. Тоже скукотище. Что-то выдохся Голливуд в последнее время. Но, как говорится, будем подождать. Так, глядишь, что-нибудь достойное на горизонте и появится. А пока все. Всем спать. Всем баиньки. Бай-бай. И даже во сне не забудьте оставаться крутыми. Стиль одежды в Таиланде какой-то другой. Чувствуется по-другому все. То ли ткань потоньше, то ли мягче. Ну, короче говоря, совсем другая. А что у нас на столе? На столе у нас таиландские снеки. Ну, закуски из Таиланда, знаете, ешь-то в автобусе, что ты хочешь перекусить? Вот видите, тут в основном одни листья, которые используют в роллах, только они сушеные. Я огромный фанат листьев, которые используют для приготовления роллов. Я просто огромнейший фанат. Я пачками их покупаю и жру без роллов. Не засовываю туда мясо, просто пачками. Но в Индии они ужасно дорогие. Примерно вот за это...